Добрый день, уважаемые коллеги. Моя задача сегодня – представить вам анестезиологическую секцию предстоящей конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях». На этот раз она пройдет в виде диалога. Диалога между итальянскими и российскими учеными. Этот диалог будет посвящен проблемам доказательной медицины. И прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на лекцию профессора Ландони, который расскажет нам о влиянии байеса, тех видах байес, которые существуют в наши дни, и насколько они опасны, как их избежать при проведении рандомизированных клинических исследований. 4 лекции будет, все они очень интересны. Затем 6 оригинальных докладов молодых ученых, как с итальянской, так и с российской стороны. Участники в любой момент, естественно, могут вступать в дискуссию, задавать вопросы и учиться у мэтров работе с доказательными исследованиями. Ждем вас всех на конференции. Спасибо.